И в завершении о погоде. По данным синоптиков, Казгидромет в Астане сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем до 18 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до 2 градусов. А также в Алматы прогнозируют переменную облачность, но с дождем и грозами. Температура воздуха в Алматы от 13 до 17 градусов. В Шымкенте ожидается небольшая облачность, но без дождя. Температура воздуха поднимется до 25 градусов.